почему я решил сделать этот ролик. Не скрою, я всегда с интересом следил за развитием мировой космонавтики, но не слишком зорко и не слишком систематично, а потому впечатления получались обрывочные, фрагментарные. Поэтому я решил из разных кусочков мозаики событий собрать единую картину космических достижений 2020 года. Понятно, что свою роль сыграл запуск «Ангары», первый за долгое время значительный шаг нашей страны в деле развития космической техники. Но я решил посмотреть не только на наши космические итоги, но и на итоги других стран, поскольку реальная оценка тому или иному достижению может быть дана исключительно в сравнении с достижениями тех, с кем ведется противоборство. Первым делом посмотрим, кто, чего и сколько сумел запустить в 2020 году. Лидирует по количеству запусков никто иной, как Китай, отправивший в космос 38 ракет. США запустили на одну ракету меньше, а потому оказались на втором месте – 37 запусков. У России от названного количества нет и половины. В космос ушли 15 ракет. Более 5 ракет отправились к звездам еще у двух участников освоения космоса. 7 ракет стартовали с коммерческого космодрома в Новой Зеландии и 6 ракет запустил Евросоюз. В вышеупомянутой статистике для нас есть один позитивный момент. Среди 5 упомянутых отправителей ракет только у России все запуски прошли успешно. У китайцев в тартарары улетели 4 ракеты, у американцев 3, у Новой Зеландии и Евросоюза по 1. Теперь о том, откуда запускали. У нас по 7 пусков с Байконура и Плесецка. И только под занавес года, 18 декабря, единожды выстрелил Восточный, отправив в космос ракеты «Союз» 36 спутников коммуникационной системы OneWeb. Самый активно работавший в 2020 году космодром на мысе Канаверал – 20 пусков. Неплохо поработал и космодром Кеннеди во Флориде, отправивший в космос 10 ракет. Большинство пусков китайских ракет 13 и 11 почти поровну поделили 2 космодрома – Сичан и Цзюцюань. Еще 7 отправил в космос Тайюань. 5 ракет ушли в небо с космодрома Вэньчан. И еще одну ракету китайцы запустили с плавучего космодрома в Желтом море. Новозеландский коммерческий космодром Rocket Lab сделал 7 пусков, а космодром Куру в Южной Америке запустил 6 ракет, включая 2 российских «Союза». Кстати, «Союз», точнее «Союз-2», по-прежнему одна из самых востребованных ракет. В 2020 году их запустили в количестве 15 штук. Больше в небо ушло только ракет Falcon 9. Это американская машина класса Протона, способная вывести в космос почти 23 тонны груза. В 2020 году этих ракет запустили 25, причем все 25 пусков были признаны успешными. На третьем месте китайская ракета Чанчжэн-3В. Чанчжэн в переводе «Великий поход». Грузоподъемность Чанчжэн-3В примерно на треть больше, чем у «Союза». Один из этих пусков окончился неудачей. Также в космос ушло 7 китайских ракет Чанчжэн-2Д грузоподъемностью 3,5 тонны. И столько же с новозеландского космодрома стартовало коммерческих ракет «Электрон», разработанных частной компанией Rocket Lab. Масса полезной нагрузки у «Электрона» совсем небольшая, всего 0,25 тонны. И еще одна китайская ракета Чанчжэн-4В, рассчитанная на вывод в космос чуть более 4 тонн груза, стартовала 5 раз. У остальных ракет количество пусков менее 5. Вот такая вот получается картина в 2020 году. Теперь посмотрим не на статистические, а на технологические достижения космических держав в 2020 году в хронологическом порядке. Первым в ряду действительно важных космических событий назову состоявшееся в мае успешное испытание нового китайского пилотируемого корабля, многоразового. Его спускаемый аппарат рассчитан на 10 возвращений на Землю. Вместимость корабля – 6 космонавтов. Масса без топлива – почти 12 тонн, с топливом –
почти 22 тонны. Этот корабль выведен на орбиту ракетой Чанчжэн-5, рассчитанной на полезную нагрузку в 25 тонн. В том же мае, после 9-летнего перерыва, американские астронавты отправились в космос не на Российском Союзе, а на своем собственном корабле. Это разработанный компанией SpaceX четырехместный Dragon 2, то есть Дракон, выводимый на орбиту ракетой Falcon 9. Кстати, за 9 лет подвоз американцев к МКС принес Роскосмосу порядка 3 миллиардов долларов. Неплохо. В начале сентября Китай совершил секретный запуск ракеты Чанчжэн-2. Сама ракета не секретная. Покровом тайны покрыт доставленный ею на орбиту груз. Судя по всему, это экспериментальный летный образец многоразового космического аппарата самолетного типа. Что-то вроде американского X-37, летающего в беспилотном режиме. В октябре американский аппарат Osiris-Rex, запущенный в космос 4 года назад, благополучно приземлился, точнее, благополучно прикоснулся своим манипулятором к астероиду Беннул и взял пробы его грунта, вместе с которыми должен вернуться на Землю в 2023 году. В ноябре с космодрома Цзюцюань стартовала новейшая китайская твердотопливная ракета сверхлегкого класса, известная как ЦЦРа, рассчитанная на доставку в космос до 350 кг груза. А еще через несколько дней, в том же ноябре, Китай с космодрома Вэньчан с помощью ракеты Чанчжэн-5 успешно запустил к Луне станцию Чанэ с задачей доставить на Землю 2 кг лунного грунта. Его отбор и отправка на орбиту состоялись в начале декабря, а 15 декабря капсула с лунным грунтом благополучно прилетела на Землю. В ноябре стартовал еще один американский пилотируемый «Драгон», уже не с двумя, а с тремя астронавтами на борту, которых он через 27 часов доставил на Международную космическую станцию. Первую ступень ракеты Falcon 9 удалось благополучно приземлить на плавучую платформу. Отмечу, что 10 ноября завершилась официальная сертификация «Драгона» как пилотируемого корабля, годного к регулярным полетам. Это, кстати, случилось на 5 лет позже первоначально запланированного срока. В начале декабря японская межпланетная станция «Хаябуса-2» доставила на Землю образцы грунта, взятые у астероида «Рюго». Фактически, она выстрелила в астероид и поймала выброшенные взрывом частицы, а также посадила на него небольших роботов. Интересно, что сбросив на Землю капсулу с грунтом, сама «Хаябуса» продолжила бороздить космические просторы, снова включила двигатели и отправилась к еще одному астероиду, которого настигнет в 2026 году. В середине декабря на космодроме Плесецк состоялся пуск новейшей российской ракеты-носителя «Ангара-А5», рассчитанный на вывод в космос полезной нагрузки в 24 тонны. Правда, в этот раз к звездам снова улетел массогабаритный макет. Второй по счету запуск тоже был испытательным. А первый запуск «Ангары-5», напомню, состоялся в 2014 году. Почему между ними получился такой большой перерыв? Дело в том, что Роскосмос решил перенести серийное производство ракеты из Москвы в Омск, который находится примерно на равном удалении между космодромами Плесецк и Восточный. Переезд занял 5 лет и пока до конца не завершен. Ракету все еще приходится везти из Омска в Москву, где производится ее третья ступень, а также окончательная сборка и испытания, и уже потом поездом отправлять в Плесецк. Почему не на Восточный? Там стартовый комплекс для «Ангары» еще строят. Он будет окончательно готов к концу 2022 года. И первый пуск «Ангары» с него намечен на 2023 год. К этому времени должна завершиться и полная локализация производства ракеты в Омске, включая окончательную сборку и испытания. Завершился же 2020 год пуском новой китайской ракеты «Чанчжэн-8», способной вывести на околоземную орбиту около 8 тонн груза. То есть это прямой конкурент нашего «Союз-2».
Интересно, что хотя пуск был первым, ракета доставила в космос не массогабаритный макет, а целых 5 рабочих спутников. Но самое интересное в другом. Во-первых, в качестве топлива Чанчжэн-8 использует водород и кислород. А во-вторых, у нее в дальнейшем будут возвращаемые первая ступень и боковые ускорители, которые, подобно таковым у Falcon 9, после расстыковки в управляемом режиме вертикально опустятся на подготовленную площадку. В общем, вот такие всемирные космические итоги 2020 года. И, кстати, хотя по отношению к США и Китаю наша страна сегодня оказалась в роли догоняющей, я бы не стал утверждать, что отставание фатально и катастрофично. Напротив, общее впечатление таково, что именно в 2020 году дело, наконец, сдвинулось вперед. Пока медленно, но, судя по имеющейся информации, темп этого движения будет нарастать, и в ближайшие годы российская космонавтика преподнесет нам немало интересных событий. Планы по развитию российского космоса на ближайшие 3-5-8 лет амбициозны и разнообразны. Впрочем, о планах я в деталях расскажу в следующем ролике.